В жизни каждого человека рано или поздно наступает такой момент, когда его чаша переполняется, словно некая красная вязкая жидкость мерно капает в сосуд, который со временем наполняется до краев. Но жидкость не перестает капать, и когда упадет последняя капля, чаша перевернется, опорожнив саму себя, и вернется в исходное положение, чтобы снова наполнить себя кровью, новой кровью. Алло? Привет. Это кто? Марина? Какая Марина? Сейчас перезвоню. Привет. А где ты мой номер взяла? В Лёкиной записнушке. А сама она где? Ехала к тётке в деревню. Ну, рассказывай, чего звонишь-то? Да так просто скучно стало, вот и решила тебе позвонить. Не отвлекаю? Нет, нормально. Только что домой пришел. Слушай, а почему ты позвонила именно мне, а? Ведь у тебя и у самой знакомых вал. Надоели все, говорю же, скучно. И ты что думаешь, со мной будет веселей? Может быть, просто новый человек какие-то, новые разговоры, новые ощущения. Подскажи что-нибудь. Ты знаешь, у меня не так много денег на телефоне. Да, но тогда не буду тратить твои деньги. Подожди. Что-то случилось? Неважно. Подожди, не клади трубку. Что? Где ты сейчас? Может быть, я приеду? Зачем? Ну и ты же хотела поговорить. Да. Ну ладно, я возле Вечного огня в парке, рядом с театром.
Усталость ветра печалью стонет, крик мой, горло крови. И когда опустошенная чаша начинает наполняться новой кровью, новыми чувствами, новыми переживаниями, новой жизнью, человек обновляется. Он становится чистым и открытым ко всему миру. Он начинает дышать полной грудью. Нужно всего лишь перевернуть чашу, а не отхлебывать горькую долю, не давая чаше переполниться. Всего лишь опрокинуть сосуд. И тогда с новой кровью в тебя войдет новая жизнь.